Ебаный в рот. Сейчас погодите, вот прям только что же подправился. Появились. Чак барыга, мы потом побабам. Блин. Ваня, ты с чем? О, меня убили. Кто? Твою мать. Где? Кто убил? Прямо на старте кто-то убил, сейчас смотрю. Ну где ты был-то? Да я пару метров шагов сделал. Метеон убил меня. Это я, не я. Ну что, неплохой день, да? Пожрать бы, конечно. Я выстрелов полетел. Не слышал. Боже. Как? ЧВК тебя убил? Да. Не поднимайся туда наверх. Он наверху там сдох. Ты подозреваешь, что кто-то читак. Почему читак, Дима, только что двоих убил так? Ну, я тоже же появился. Выхожу с подвала, блядь, двое стоят. Эх, размотал. Вон, видишь труп наверху, на вершине? Нет. Ваня. Нет еще? Да я метров трех от вас упал, блин. Вообще выстрелов не слышал. Тоже не слышал. Труп я не вижу. Пойдем поднимемся, чё? Чё? Ты переживать-то, да? Конечно. Я справа пошел, туда. А вот труп вижу. Ну, я видел бота впереди, дальше. Побегу, посмотрю, реально бот. Ну, никаких игроков не вижу. Иду на этот двойной забор. Никого. Тут какой-то баг, видать, случился. Ну, наверное. Ну, реально читерно. Что, в твоем трюке что-нибудь было, нет? Да, мне только... Я не помню, я не успел не посмотреть, что в нем. Дальше побежал? Не, может, у меня аптечка бинты, посмотрите. А, здесь челобот, короче, бежит. Да, он нормальный. Он. Возвращаюсь. А посмотрю, может, аптечки есть. Один бинтик. Ну. Погнали хоть. Можно было бы сразу два тозика в руки. Пойдем вниз так вот. Чики-брики, где куда? Глава клана, почему у всех писки нет? О, ты был, слышишь? Не. Пошли отберем с той стороны. Я не вот слышу. Я на нее бегу. Что такой грохот, но СВ ты с ней даже. У меня вообще звука не было. Короче, в районе этого утопленника. Слышишь сейчас? Нет. Я умер. Я, по нам стреляет. Тоже умер. Я умер. Это читер. Читер на стопудово. Ну, метеон. Метеон тоже, голова. Да, это голова? Чё? Просто метеон. А куда убили? Голова, да. Ну да. Читер. Читер, ну. Так, нас не убивал, потому что были за холмом для него немножко. Наверное. Так, надо логи сохранить. У меня нету логов. В смысле, у тебя автоматически сохраняются? Сейчас я сверну игру. Это все равно разработчики не принимают внимания никакого. Они не это, они автоматически только работают. Не пиши им все за жопу. Там же они сказали 10 раз уже на форуме, 50 раз уже повторили, что только, блядь, этот античит работает, остальное ничего не привлекает внимания. Ну вот сейчас вот реально читер, нахуй, в голову всех нас снес. Он стрелял, знаешь, откуда?